Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 28 июня. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнер программы «Наше радио» Улан-Удэ 106,9 FM. Наш город. Наше радио. Улан-Удэ 106,9 FM. Наше радио. Одно и навсегда. По республике в тылу циклона неустойчивая погода, местами небольшие кратковременные дожди, грозы по юго-западу, южному Прибайкалью и югу, местами ливни. Ветер северо-западный 4,9, местами порывы до 19 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 10-15, по северо-востоку местами плюс 1,6, днем плюс 22-28. По центральным районам ночью плюс 13, днем плюс 22-27. По южным районам ночью плюс 10-16, по юго-западу местами до плюс 4. Днем плюс 24, по юго-западу плюс 13-18. В столице Бурятии ночью без существенных осадков. Днем возможна гроза с небольшим дождем. Ветер северо-западный 5-10. Днем при грозе до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 13-15. Максимальная днем 23-25 тепла. Атмосферное давление ночью будет расти от 709 до 713. Днем слабо падать до 711 миллиметров ртутного столба. В этот день, в 1954 году, в СССР начала работать первая в мире промышленная атомная электростанция. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном, с вами был Олег Шигнанов. Но потом они почему-то начали взрываться, вначале Чернобыльская, а потом японская в Фукусиме.